Всем привет! Вы на канале Yuzuruhani Life. Выставка в фокусе Yuzuruhani с темой «Откровенно в эту секунду» нью-йоркского фотографа Дира Канами будет проходить 22 мая в галерее Гуччи, расположенной в токийском районе Гинза. Канами активно фотографирует в сфере моды, рекламы, а также вносит свой вклад в искусство и молодежную культуру, снимая на тему «Настоящий момент, как он есть». На фотовыставке будут представлены работы, на которых запечатлены невиданные ранее движения и живые выражения лица Yuzuruhani так, словно происходит именно сейчас, прямо перед нашими глазами. Выставка продлится до 30 июня. Вход бесплатный по предварительной записи. Обещают показать Ханю, которого не видели ранее. Фотограф отличается от того, что снимал для JQ. Это уже вторая выставка в данной галерее Гуччи, посвященная Yuzuruhani. Первая с фотографиями для журнала «Эль» открывала галерею в июне прошлого года. Новое пространство на 7-м этаже магазина Гуччи в Токио открылось фотовыставкой, посвященной Yuzuruhani. Фотографии фигуриста, облаченные вещи модного итальянского дома класса «Люкс Гуччи», отражаются в белом глянце пола, словно тот лед. Снимки представлены изданием «Эль», которое посвятило Ханю свой спецномер. В экспозиции было 19 фотографий, из них 7 опубликованы в августовском номере «Эль Джейпер». На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели до конца. Пока!